Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Лара Крофт Легенда. Итак, тут только что мы запарились. Далее. Блин, по веревкам лазить. Алистер, я на базе. Продолжай. Я был прав. В 50-е годы в СССР развернули секретный проект. Кодовое название «Карбонок». Лаборатория изучила фрагмент древнего меча. Затем там произошла какая-то жуткая катастрофа. И КГБ по-быстрому уничтожил все следы эксперимента. Почти. Внизу какие-то проблемы. Ты как раз вовремя. Или поздновато. Это люди Ратланда. Они атакуют казахов. Или Аманды. Наверняка это она стоит за всем этим. Лаборатория как-то связана с той военной базой. Но мы пока не знаем как. Если тебе удастся найти командный центр, мы сможем составить лучшее представление. Когда перестрелка закончится, ты должна... Ладно, Зип. Ждать — это для терпеливых. Или для тех, у кого нет парашюта. Я бы сперва осмотрелся получше. Ну ладно, прыгай, когда будешь готова. Так, прыгнуть-то я прыгну, да мне парашют еще нужен. Где? Сейчас, Лара! Не понял. А что, никак по-другому... Очень мило, Лара. Ты только что ушла от волка, да напала на медведя. Ну тихо ты. Тихо, тихо, тихо. Кто еще там остался? Ой-ой-ой. Все? Эх, если бы это было все. Фонари не разбиваются. Грузовик этот не взрывается, все. Вот такой я молодец. Да. А ведь я вас на базах гасил, как что есть. Ладно, будем пробираться. Так, все есть. Всем доволен. Прекрасно. Все идет пока как надо. Ой, гранаты, 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 гранаты. Все есть у меня. И гранаты-то у меня есть. Ага. Не действовать. Куда мне? Не надо, хотя там может быть что-нибудь и есть. И оп, не цепляет даже. Ладно, по крышам, я как понимаю, мне сейчас придется идти, чтобы попасть туда. Сюда же не войдет. О, как будто взламывать надо. Нету ничего. Прыгать с крыши придется. Давай. Беги, девочка. На, подожди, стой. А что ты не бьешь-то? Бей. Понятно. Не хочешь. Стой. А раньше била. А тут шары светящиеся. Ну, может, кстати, там где-то они и есть. Эти шары. Давай, давай, давай. Ползи криво, как-то зацепился, да? Ну, неважно. Контрольная точка. И дочка, и почка.
Вот туда можно было пойти запрыгнуть, или сейчас можно отсюда запрыгнуть. Вон он, шар взять. Пошел он нахрен, этот шар. На, тихо. Да подожди ты. Надеюсь, у тебя там есть. Все, что мне необходимо. Подожди, а я перепрыгну? Получай! Я бы мог и так перепрыгнуть. Не получилось. Давайте, сейчас я его разгромлю. Тихо. На. Каково тебе? Если даже хотя бы каждая вторая пуля по тебе. Блин, придется так бежать. Так, а туда не залезть, да? Блин. Ладно. Значит, какой-то другой путь должен пролегать. Ай-яй-яй-яй. А, два пути, да, было? Два. Ну-ка. Перезарядили? Перезарядили. Гранаты, гранаты у меня есть. А здесь? Зачем она здесь стоит? Сюда можно? Вау! Ложись! Да! А я крут! Вы американка? Англичанка. И похоже, у нас общий враг. Где у вас командный центр? Не отвечай ей! Что ей здесь нужно? Погоди, если она использует код без ключа, то сработает тревога, и центр пришлет нам подмогу. Да ты что? Мы здесь охраняем только снег и звериную мочу. Или ты хочешь сам идти? Через ворота. Код К-1879. 1879. Спасибо. Запомним. Пожелайте мне удачи. Да. Так. А здесь есть что взять? Трупа. А, трупа нет. Не открывается, да? Ладно. Я не знаю, о чем вы говорили, но ворота, Пошел. Которые они имели в виду, где-то впереди. На. Это все сильно упрощает, не так? Ну ни хрена себе. На. Кто-то еще где-то спрятался? Или тут не прячется? Так. Вот так. Ага, сама набирает. Понятненько. Во-во-во-во. На. Давай, у меня аптечка там до хрена внизу. Так.
Ага, у них туда уже. Блин, вниз уже не попасть. Хрен мне не аптечки. Я вообще-то думал по канату вот так надо перебраться. Ну, как видно, неправильно я думал. Так, что у нас? Блин. Ой-ой-ой-ой. Так, прошли сюда. А здесь ничего и нету, да? Ладно. Как я понимаю, нам сюда. Заходим. Что, никто не нападает? Что тут есть? Рация есть. Ой. Спутниковые снимки? Они у нас есть. На них пусто. Лабораторию сверху не видно. Нам нужны карты. Давай, забирай карты тогда. Вот она. Ничего себе прогулка. Я не пойду пешком. Мимо лаборатории ходит военный грузовой поезд. Похоже, люди Аманды опережают меня. Надо спешить. Так, спутниковая связь сообщает, что твой поезд скоро отправляется. Ты должна поторопиться. Блин. Так, мне наверх. О, единственный путь. Никто не нападает, ладно. А вот теперь, да. Получается, обратно туда. Ну вот так, я думал, так надо, и по-другому. Оказывается, когда сваливаешь оттуда. И вон теперь. Теперь вон туда. Тихо. На. Поезд уходит. Че, я не успел? Поспеши, иначе ты опоздаешь на поезд. Поспей, Лара. Не дай Аманде опередить тебя. Огонь! Вижу цель. У меня тихо. Идея получше. Так, а мне не надо, да, спешить? Блин, ладно. Поехали тогда. Вот так вот, вырвались. Хоп. Что это? Что происходит? Они отцепляют вагон. На. Подожди, мне главное продержаться до какого-то момента, потому что это уже было. Давай. Ой-ой-ой. Давайте. Аптечки в основном по центру, да, стоят? И за камнями слезать их просто. Ну, блин, за камнями останавливаться, это тоже нехорошо. Давай. А подожди, что ты? Лара! Давай быстрее, иначе ничего не выйдет. Давай. Его нет. Наверняка Аманда забрала артефакт. Блин. Как же прикарило. Ладно, с этой стороны поедем. Первых-то двух точно можно гасить. Что происходит?
Они отцепляют вагон. Давай. Хоп. Хоп. На. На. Аптечки. Тихо, вот она. Первая аптечка. Так. Едем. Дальше. Блин, они... Сейчас у меня обгон, да, пойдет? Где аптечки? Блин. Хреново, что тут немножко такое управление. Где аптечки? Я же знаю, что они где-то здесь есть. Давай. Интересно знать, от них как убежать можно? Или они так и будут преследовать тебя? Сразу двоих. Неплохо. Черт, мне итак, плохо видно. Что случилось? Они отцепили несколько вагонов и перекрыли тоннель. Но кажется, впереди есть ответвление. Давай. Блин, аптечек ноль. Отлично. Так. Не вижу практически, куда ехать-то. Ага. Дангер, опасно. Нет. Спокойно, подождите. Ну, видимо, правильно. Все равно расконтрольная точка сработала. Так. Еще одну. Какая прелесть. И опять стрелять, да, сейчас? Ну да. Опять стрелять, опять в бой. На. Не спеши. Блин, машина. Давай. Ой. Все, аптечки потрачены. Опять уповаем только на себя. Нет, не гоним. Ни в коем случае не гоним. Тихо. Машину, как вот мы сейчас будем с ней разбираться? У меня кончились аптечки. О! Ну тихо ты, отстаю. Они меня отстрелят и ждут. Блин. Зеленые этапы. Отсекаю.
дорожка. На, получай. Сумел. Ну тогда едем. Вроде пока никого нету. Блин, опять они. Ну как с вами трудно-то? Да? Вот, блин. Против одной женщины напали этого польца. Ай-яй-яй-яй-яй. Как тут аптечки расставлены, я не знаю. Надо аптечку. А лучше две аптечки. Да. Получить определенную порцию свинца. Только отстать. Так, с машинами так не получается, да? Да? Чё ж вы такие-то твари-то? Ты отстаёшь, Лара! Давай быстрее, иначе ничего не выйдет. Вот еще одна аптечка. Угнать на всех парах. Вот я не знаю, вот какую тактику выбрать. Это меня так сместило. На. Блин, он впереди лезет. Сюда уходим. Будет уже последняя волна организации, как старый дед. Немножечко. Давай. Не может же этот тур длиться
так долго. Собрал. Или что, это последняя машина, которую мне надо уничтожить? Да, тут походу делать врагов зависит. Надо врагов уничтожать. Да тихо ты. Сюда, в сторону. Еще в сторону. Давай, собрал аптечки. Какой я молодец. Вторую машину уничтожаю. Уничтожаю. Подождите, подождите, это не слушайте. Блин. Там еще две машины. Это сколько вас может быть? Смог. От всех отстрелялся. Что теперь? Опять еще такая поездка, что ли? Нет, разработчики что-то перепутали тут явно. Тут, блин, это что-то с чем-то, это пипец какой-то. Давай, 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 давай. Контрольная точка. Хоп! Да! Чё, дата? Ты отстаешь, Лара! Да тут управление такое. Ага, теперь ты мне скажешь, что так и задумала. Так и есть. Да, конечно. Что за путь такой длиннющий? Хрен догонишь, хрен обгонишь. Ага. Понял, понял. Вот кто там поставил газ? Кто? Так, одежда горит, поезд горит. Едем в неизвестно куда. Поняли? Так. Надо сохранить хоть. Ага, хрен, там не сохраняется. Вниз. Еще вниз. Так. Вроде пока. Ух ты. Красавчики. Что тут у нас получилось? У нас... Мне показалось, что я только что пережил катастрофу. А тебе? Ну, я-то ее пережил. Казахстан. Несомненно. Аманда уже внутри, а дверь запечатана. Наши действия? На стене вход в вентиляционную шахту. Вентилятор вращается, она включила питание. Как ты попадешь внутрь? Так или иначе. Так.
Как я попаду внутрь, значит? Для начала я вот это уберу. Чтобы мне тут ничего случайно не взорвалось подо мной. Ай-яй-яй. Ага, вот здесь что-то погрузчиком манипулировать надо, да? Все горит. Пора. Это не выглядит очень крепким. Понятно. Вперед. Залазь, залазь. Не получается, да? И раз, и два. Ой, сразу уж сюда. Ладно. Честно скажу, не знаю, куда мне здесь. А, нашел место. Хоп. Хопа. Хоп. Пойдем, пойдем. Понятно. А, сюда и надо было. Ничего нету? Ничего нету. Так, а зачем мне сюда? А, вот зачем. Давай, 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 давай. Блин. Ну-ка еще разок. Нет, нет, не так. Раз. Два. Так, так, так. Прыгать. Хвататься. Ну давай, хватайся. И хоп. Хоп. Так. Здесь холодно. Не получается, ладно. Поехали. Аккуратненько. Похоже, ты все-таки наткнулась на очередную гробницу. Интересно, что он тут делает? Он пытался выбраться отсюда, но замерз насмерть. Какая ужасная смерть для ученого. Эксперимент вышел из-под контроля. КГБ законсервировал объект. Он попробовал выбраться через вентиляцию, но попал в ловушку. О, боже! Блин. Надо сохранить.
Так, давайте. Получилось. Внутри гораздо холоднее, чем было снаружи. Хорошо. Я думаю, может, это как-то и разрушается, но я не хочу пробовать, чтобы меня убило током. Я хрен знает, откуда начал это делать. Никого. Никого, никого. Да блин. Тихо. Сели, присели. Вот мне бы аптечку бы сейчас. Я не уверен, что включать электричество было хорошей идеей. Кажется, кое к чему здесь не подведено питание. Да, и в том числе к обогревателю. Не понял. Так, раскачиваемся. Справился. Так, попрыгать пришлось немножко. Похоже, она нашла только аварийный источник питания. Она вошла через главный вход. Я не думаю, что она была здесь. Похоже, что генератор находится в другой части комнаты. Она бы его включила. Похоже, кончилось горючее. Понятно. Ага. Давай-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Кончилась горючка. Хорошо, что патронов бесконечно. Вот так вот. Представляете, в другом-то райдер-то на советской базе. Вот бы мы там. Предупреждение. Не допрыгивать. Так. Ну-ка. Блин. И что у нас тут есть? Не влезаю, бью. Так, вот. Сюда, сюда. А как на эту штуку-то попасть? Ну-ка, пойдем сюда. Хопа. Ни лесенки, ничего. Лесенка есть, подождите. А, нет, это не лесенка, это... Вот так. Все правильно, значит, я делаю. Так и надо. Давай. Топливо, ни хрена себе топливо, заправка. Вот так. Заправили-то заправили, давай.
Давай. Затарахти. Все. Вот так. Ой, шум-то как. Шум поднялся. Как на заводе. Интересно, это токсично? Мне кажется, это охладить. Но тем не менее, что бы это ни было, я не хочу это испробовать по себе. Что за дрянь могли применять эти русские? Мне бы не хотелось проверять это. Так. Почему русский-то? Я в Казахстане вообще-то нахожусь. Давай, раскачивайся. Раз. Какой-нибудь Петропавловский. И оп. Давай. Неплохо. Давай, поднимись. Осторожно. Да иди давай быстрее. Берегись! Да не туда! Вот им. Блин, вот как с тобой общаться? Ты что, не видишь совсем слепошара? Давай. Не. Вот давай. И. Оп! Хоп! Хоп! Давай, на канате. Вперед. Назад. Вот здесь ты хорошо проходишь. Да не туда иди. Да блин, я знаю, что под напряжением. Ты мне под руку не говори тут. Я все вижу без тебя. И вот, блин. Все вот эти акробатические тюты, блин, все запороли. Так. У меня из-за тебя так видео будет продлеваться на хрен знает сколько. Пока ты мне мешаешь тут. Вот так. Давай. Надо Харли Квинн было играть. Она уж более послушная. Давай. Вот так. Вот сохрани денег, пожалуйста, здесь. Осторожно, что тебя развернуло? Осторожно. Давай. Вперед. И вуаля. Приехали куда-то. Эй, это она. Аманда? Черт возьми, Лара, я занята. Я вижу, ты сменила имидж. Значит, это ты была в Боливии тогда с Ратландом. Я была везде, и я направляюсь в такие места, каких ты себе даже представить не можешь. И на этот раз ты останешься за бортом. Прости. Мне жаль, Аманда. Если бы я знала, что ты осталась в живых, я клянусь, что сделала бы все, что могла, чтобы спасти тебя. Я тебя умоляю, я давно махнула на это рукой. Но вот знаешь, что меня действительно беспокоило? Когда, выбравшись, я увидела, что ты ушла, даже не попытавшись... Что там обычно делают археологи? Ах, да. Копают. Мы подумали, что это будет мемориалом. Неважно. Не давайте ей следовать за мной. Ай-яй-яй-яй-яй. А могли бы... Ты только посмотри на эту пушку.
какая огромная хреновина. Может быть, она тебе поможет? Она мне поможет. Она еще тут. Ну давайте. Так, а я не понял, мне куда надо-то? Я вот отсюда вышел, да, получается? Не-не-не-не-не-не. Вот так. Давай. Чтоб меня взрывом не задело. Вы это видели? Да. У меня даже жуткие помехи на экране появились. Я бы сказал, что это похоже на одну из индукционных пушек, использующих Tesla энергию. Если это вообще возможно. Возможно, ты прав. Кажется, эта штука не работает. Ну, теоретически, им требуется много энергии, например, от башни на той стороне. Если ты заставишь башню Теслы работать... Да, никогда не думал, что придется говорить с тобой. Надо придумать, как перекинуть мост через провал. Так, я что-то не понимаю, как тут. Ну-ка. Что-то где-то. Она где-то рядом. Стреляйте! Алло! Сейчас, подожди. Убейте. Тихо. На. Не понял, это что? На. Так, понятней? Ладно. Что я должен здесь сделать? Неизвестно. Ага. Ой-ой-ой. Ух ты. Вот это да. Не попади под эти разряды. Ты же говорил, что она не работает. Так. Это просто остаточные разряды. Если бы башня работала, ты бы поняла. Если бы я была источником электричества, где бы я находилась? Наверху. Ну не туда, не туда. Вот так. Контрольная точка, так. Давайте я сохраню, блин, я тут еще среди электричества бы не лазил. И так я с ним не ладил. И оп. И еще разок. И оп. И еще разок. Подожди. Ну давай, 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 Калич. Вот так. Сюда, туда. Сюда, туда. Блин.
Ага. Попал. Еще один ученый. Он тоже не смог согреться. Понятно. У меня все есть. На. Посмотрим, что здесь у нас. Можно отсюда обеспечить башню энергией? Без реактора нет. Кажется, это не здесь. Теперь я догадываюсь, для чего предназначены эти рельсы в полу. Для чего? Подожди, подожди. Я для начала вот здесь вот не зря взорвал все это дело. Вот за этим я что ли взрывал здесь? Нет. Блин, разочарование. Ладно. Ай-яй-яй-яй. Что это за шнуры и розетки? Это кабели высокого напряжения. Хорошо, что они отключены, иначе ты бы сейчас стояла в центре небольшой грозы. А зачем их? Понятно, мне отсюда еще выбираться, значит. Куда тут? Блин. Блин. Еще разок. Еще один ученый. Он тоже не смог согреться. Так вот. Блин, давай, шевели своими булками. Твои батоны. Можно отсюда обеспечить? Они же булки. Без реактора нет. Кажется, это не здесь. Теперь я догадываюсь, для чего предназначены эти рельсы в полу. Что это за шнуры и розетки? Это кабели высокого напряжения. А так вот посмотрите. Хорошо, что они отключены, иначе ты бы сейчас стояла в центре небольшой грозы. Было бы здесь действительно холодно. Вот так. Вот так вот, вот так вот. Вот так. Отлично, вот. Впереди реактор. Слышал? На. Кажется, он обесточен, но ты могла бы включить его с пульта управления в комнате наверху. Все. Всех завалил. Или завалило, как правильно. Ну-ка. Он обесточен. Понятно. Ой-ой-ой. Так. Что еще здесь зарать можно? Сюда? Нет, не допрыгнуть. Ну так ты, Лара. Молодец. Что я скажу? Очень даже молодец. Только где залазить-то? Подожди, подожди, вот. Ага. Нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Сюда. Привет, Лара. Что за... Какого дьявола ты делаешь на этой чистоте? Тихо, Зип.
Должно быть, она прихватила наушники, когда делала уборку в своем офисе. Ты так остроумна, Лара. Знаешь, почему русские назвали свой проект «Карбонок»? Так назывался замок, в котором Ланселот искал Святой Грааль. Снова упоминание артуровской легенды. Легенды, она говорит. Ограниченное слово для узкого восприятия. Ты всегда была ученым, Лара. Наверняка ты чувствуешь себя как дома посреди всех этих хреновин Тесла. Не больше, чем кто бы ты ни был еще. Русские пробудили в артефакте силу, которую невозможно понять костным умом. И это их погубило. Так что поосторожнее с кнопками. Тебе того же. Но я меня знаю, куда нажимать. Ты научилась читать по-русски? Аманда? Она отключилась. Какого черта ей было нужно? У нее возникли трудности с фрагментом меча. И она не хочет, чтобы все взлетело. Может быть, было бы лучше, если бы ты сказала ей то, что она хотела? Блин, надо было пистолет убрать. Давай. А, подвинуть можно, кстати, вроде бы. Вот так. На рельсах тяжелые обломки. Я не знаю, как их сдвинуть. Это не важно. Пока на реактор не подается питание. Заряди его, посмотрим, что мы сможем сделать с этим. На рельсах тяжелые обломки. Блин. Пробазарил пока с этой дурой. Давай. И назад. И вперед. Вперед, назад, за лиловыми кроликами. Давай, давай, немножко продвинься сюда. Теперь. Вот так. Давай, я знаю, ты можешь. Опа. Опа. Блин, надо было всего лишь попасть сюда один раз. И потом не париться. И вот сюда вот зачем-то мне. Можно прыгнуть? Можно, только зачем, не знаю. Нет, сразу мы не прыгнем. Еще один несчастный ученый. А что несчастный-то? Что-то он несчастный. Опа! Деревянное проникновение. Это когда-нибудь закончится? Напряжения недостаточно. Не пойму, в чем тут дело. Как его сдвинуть, если я не могу к нему прикоснуться? Кабель на твоем крюке изолирован. Точно. Давай. Да. Не по, самому бы не попасть под эту штуку. Да. Вот так, детка. Есть контакт. Да. Так вот как ты открываешь двери. Слушай, эта техника заслуживает хорошей рекламы. Тесла был гением. Дальше сама едет. А я, бля, а я-то чё? Я-то не техника. Заперто. Так вот как ты открываешь двери. Слушай, эта техника заслуживает хорошей рекламы. Тесла был гением. Давай. Хоп. Хоп. Реактор должен подавать ток на кабели, а эти рельсы в стене являются очень хорошими проводниками. Осторожно! Понятно. Так. Блин.
Да, я знаю. И раз. И два. Осторожно. Ну, подождите, я тоже выйду. Давай. Здорово. Все, что тебе нужно, убрать с дороги панель, и мы в деле. Сейчас, минутку. Я убрал. Все. Так. Подожди, а ты сохраняешь вообще? Нет, здесь не сохраняется, не загружается на данном этапе. Вот об этом я и говорил. Так. Это что за саркофаг? Трубы поднимают из могил, что ли? Тамплиеры. Это щит. 10-е или 11-е столетие. Явно найден вместе с искомой частью меча. Напоминает герб Ланселота, не так ли? Напоминал бы, если бы таковой существовал. О, а это что? Похоже на карту. Изучите ее как следует. По-твоему, для чего она была нужна? Может, наш рыцарь не мог отыскать без нее дорогу домой? Или кроме этого фрагмента у него было что-то еще? Думаешь, он спрятал где-то другие части меча? Вполне возможно. Но без ориентира эта карта бесполезна. Я над этим поработаю. Конец связи. Отлично. Нет, у меня все. Замерз насмерть, как и другие. С щитами вышли. А вот для чего были бочки нужны. Еще разок. Так, а как мне туда пробраться-то? Что-то я сомневаюсь, что вот прям посюда вот так вот перепрыгнуть смогу. Поэтому мне надо притягивать ее. Давай. Вот это уже более реально. Хоп. И хоп. Вот так, контрольная точка. Сохраним. А подождите. Угу. Подожди, не совсем понимаю, конечно.
Ладно. Как вот эти-то убираются? Блин, блински. Эта штуковина вот-вот развалится. Понятно. Поехали. Ой. А эта штуковина не вот-вот развалится? Блин, там она даже и не думает. Да, блин. Стой. Назад. Еще разок. Вот так. И хоп. О боже, горячо. Куда вышел-то? Зачем? Так. Смотрим. Кто тут? Аманда! Аманда! Мне жаль, что так произошло, но мы еще можем работать вместе. Не было никаких нас, Лара. Никогда не было. Там была только я. Я и вот это. Помнишь? Я прикоснулась к нему, и он потянулся ко мне в ответ. Лучше бы этого не случилось. Я приручила его. Теперь он мой. Да неужто? Блин. Мой бог. Аманда. Немного дружелюбнее, чем тогда в Параисе, не правда ли? Я научила его команде апорт. Ты сошла с ума. Она убила наших друзей, Аманда. И почти убила нас. И он спас мне жизнь, когда я научилась обращаться с ним. Весь секрет в более широком восприятии. Но на твоем месте я бы держалась от него подальше. Он может быть довольно обидчивым. Не стой у него на пути. Я его не контролирую, а пускаю. Он убьет всех, кто ему помешает. Блин. Подожди. Ну-ка. Я так уверен, что что-то надо вот здесь вот делать. Кто кому надо как-то бить? На! Беги, беги, беги! Блин, все понятно. Как это что-то работает? Сколько вас еще? На. Сколько вас еще? Ушко. Вот он, осколок меча, закреплен наверху. Зип, что нужно сделать, чтобы вытащить его оттуда? Я не знаю. Я знаю немного про эту технологию, но это место. Ты его не слила. Ему это не понравится. Прекратила.
Я думаю, как-то надо этого демона. Давай. Так. Давай, садись. Да как? Забодал. Так. Давайте пропустим. Не стой у него на пути. Я его не контролирую, а только выпускаю. Он убьет всех, кто ему помешает. Первое есть. Давай. Вторая. Есть. Третье. Есть. Еще давай. Четвертое. Блин, подорвался все-таки. На мини-ловушке. Давай. Так, теперь эти штуки. Надо их. Закатать. Что ты меня бьешь-то? Я знаю немного про эту технологию, но это место сплошная загадка. Раз. Два. Три. А что ты? Да стой-то. Тяни. Забрал. Все. Забрал осколок. Щит спал. И вниз. Куда далее? А ты удачливая. Ты это знаешь, да? Мне нравится думать, что это как-то связано с мастерством. У Алистера были какие-нибудь успехи с той картой? Это снова я. Ты не поверишь, куда ведут следы. О, сегодня ты найдешь меня чрезвычайно доверчивой. Корнуолл. Это как, езжайте по М5, потом по А30 до Корнуолла. Никуда не сворачивая. Ну хорошо, посмотрим, кто будет там первым. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.